Всем привет, дорогие мои! Вы на игровом жуке! И сегодня с вами Линуська, кот Еврик, который, как только я заговорила, надумал ласты свинтить куда-нибудь. Да, Еврик? Передай нашим зрителям привет! Не знаю, он почему-то стесняется, я его никак не подстригу, и, видимо, он считает, что ему сейчас не надо сниматься, прическа не та. Вот, ну и в самом низу у нас лежит собачка, если вы еще не заметили. Так, сегодня мы играем с вами в кухонную лихорадку, симулятор общепита, ресторанов, как я называю, малого бизнеса. Больно он похож на малый бизнес. Тут у меня нос чешется, видимо, Еврик начинает бить меня в уме. Так, мы идем сегодня в бар Соков, бар «Райское наслаждение», которое я терпеть не могу, потому что тут без прокачки, если ты улитка, делать вообще нечего. Я улучшила 6 вещей в интерьере. Они мне доставлены, чтобы я их получила. Мне надо зайти и забрать. Заходим, забираем. Так. Ух. Даже мне самой захотелось сок у себя попробовать. Посмотрите, и логотип себе заказала. Ой, арбузный такой вкусный. Качельки. Так, все остальное я пока покупать не буду, потому что это будет все очень долго доставляться. А как вы понимаете, у меня нету столько времени. Так, тем более тут все за алмазики, а алмазики я оставшиеся поберегу, потому что, может, на кухне что-то смогу увеличить. Сейчас я иду обратно на остров, чтобы посмотреть, на сколько процентов улучшения интерьера у меня есть. Да, на остров. Хотела в казино сходить, вдруг Еврик бы подфартил. С 12% возросли улучшения до 36%. Ну что, ребят, поехали. Будет... я буду ужасно потеть, в кавычках. Соответственно, буду хотеть потом пить сок, который сама же делала. У меня 14 уровень на очереди, и это будет очень тяжело. Потому что я неуклюжая. Такс. Поехали, мне бы еще вспомнить из плюсов, из минусов. А, тут еще лед делать надо. На лед еще давить надо. А, как кошмар. Такс, как еще понять, кто какой сок хочет. А, стаканы надо поставить. Такс, и зонтик. Держи, ты хочешь... Брусничку и зонтик, держи. Ребят, я очень давно не играла в эту и в этот именно ресторан, поэтому извините, вначале я буду тупить просто по-черному. А, она хочет со льдом, у меня льда-то нету. Какой кошмар. Так, короче, первое, что надо сделать, это зайти посмотреть, есть ли возможность прокачки. Да нет у меня тебе таких соков. Возможность прокачки в ледовой машине чего-то там... Такого у меня сока нету. И давайте, идите в пень-колоду. Какой вы сок хотите? О, класс. Пеньки, держи. Так, арбузный. Держи, дорогая моя. Так, короче, у меня самая затычка сейчас идет с ледовой машиной. Да. Так, вам я ничего давать не буду, потому что вы все равно у меня... О, отлично. Вы все равно у меня как бы это... Это не смешно звучит, но он хочет желтенький и зонтик. А нет, он хочет оранжевенький. Блин, ну какой же придурок так нарисовал их, неясно. Сейчас вы скажете, ты что, слепая, не смогла отличить этот цвет сока? Ну извините, я не занимаюсь соками. Так, голубика. Так, поехали. И лед. Траву. Кстати, лед тает и в стаканах тоже. Поэтому имейте в виду, когда вы что-то даете. Так, очки. Так, давай, держи. Так, все, могу не давить. Короче, захожу, смотрю, сколько стоит прокачать ледовую машину. Потому что это просто исчадие ада. Лучше холодильник купи, придурок. Если ледовая машина работает, значит, есть электричество. И вот эти все штуки-муки. Поэтому, понятное дело, купи холодильник, в нем лед и все нормально. Зачем себе придумывать гемор? Нажал на кнопку, и как будто ты его вручную в Альпах лезешь и отдираешь. Жуть. Просто жуть. Так.
Ледовая машина. Где у меня ледовая машина? Машина для льда. 10. Пошлите в казино. Вдруг подфартит. Еврик с нами. Сейчас проверим, стоит ли с моим кисуном мне играть в лотерею или не стоит. Так-с. Кручу, верчу, запутать хочу. Давай, давай, давай. Кручу, верчу, кручу, верчу. Было бы побыстрее немножко. Кручу, верчу, кручу, верчу. Так, все, я могу не продолжать. Раз выпали деньги, все, хана называется. Плохо, 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 плохо. Обычно после выпадения денег я куда-нибудь захожу, делаю какое-нибудь действие, неважно какое. Ребят, я сейчас не буду играть в пиццерию, я как бы перезагружаю казино. Я заметила в этой игре одну интересную особенность. Если ты не выигрываешь казино с первого раза, не просаживай там все деньги, сделай что-нибудь, какое-то действие, зайди еще раз, покрути несколько раз, и вполне возможно ты выиграешь. Это более вариант такой, потому что я не знаю, как там связано, рандомное, нерандомное, но если открылась полоса неудачи, вам не везет, и вы сможете спустить много денег, лучше остановиться. Вы попали не туда, не на ту дорожку ступили. Сейчас будем пробовать. Будем пробовать. У меня 42 тысячи, как вы понимаете, спустить я могу много. Я с трудом зарабатывала свои деньги, а они меня травят, травят, алмазы выпадают. Ну что, Еврик, ты же у меня кот-предсказатель, ты любитель предсказывать счета и так далее. Давай, Yes, ребята, я не могу дрыгаться, потому что кот лежит. Но я так счастлива. Сейчас мы улучшим ледовую машинку. Вот видите, ребят, если не везет, выпали деньги, все, забейте на игру, перезагрузитесь как-нибудь, как я сделала хотя бы. Идите снова. Так, бар райское наслаждение. Такс, где кухня-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кухню мы пропустили. Я думала, она сразу выпадет, а она не выпала сразу. Так, идем на кухню. Мне надо купить эту ледовую машину. Так, что она делает? Она делает, сокращает время приготовления на секунду. Я не знаю, насколько меня эта секунда спасет, вообще не знаю. Но, наверное, спасет как-нибудь. Потому что денег у меня все равно больше нет. Официально я могу тут еще что-то прокачать, а тут можно что-нибудь за деньги прокачать. Нет, ничего за деньги нельзя. Так, плавание. Вот я бы сок прокачала, реально. Может, у них цвета хотя бы как-то изменятся, станут более разного цвета. Манго, манго, манго. Ну, кстати, соки я могу прокачать. Ну, конечно, не особо вырастет в цене что-то, но хоть что-то. У нас дополнительный стакан. Ну, подорожает стакан. Я их даю всем. Ну, смысл какой? Соки я тоже всем даю по-разному. Нет, конечно, с точки зрения логики лучше всего прокачать сок. Так, вот еще, смотрите, блендер могу прокачать, сам сок готовится быстрее. Так, пока я не думаю, я это быстро прокачиваю, потому что раньше это была большая тягомотина. Так, ну и давайте для прикола уж тратить деньги так по полной. Так, где у меня вот этот желтенький сок? Арбуз, грейпфрукт. Грейпфрукт оранжевый. Давайте оранжевый грейпфрукт прокачаем. Все, спустила все в унитаз. Ну, это в кавычках, я и инвестиции сделала в собственный бизнес, чтобы, соответственно, чем привлекательнее для клиентов, тем официально для меня. Но, правда, если вы поднимаете цену, обычно в жизни у вас такого привлекательного не будет. Так, и маску он хочет, и мячик. Так, держим маску и... Так, зонтик, держи зонтик и мячик. Так, и что тут? Сок, миненький, с зонтиком. Да не хмурься ты, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда. Так, желтенький и мятку она хочет. Так, так, так. Хо-хо-хо, 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 хо-хо. Только помню, сейчас со льдом мне пришли.
Такса, да. Такс. Как-то я бы не сказала, что прокачка сильно мне помогла. Почему я вызываю так нехотя и так понемногу? По одной простой причине, ребят, у меня не очень хорошо прокачан интерьер. Как вы заметили, они не очень хотят долго ждать своих соков. Так, с кого начать-то? Синенький и красненький и фонтик. Хмурься, не хмурься. Хмуриться не надо, ладно. Так, что он тут? Травку. Сок с мятой, это, конечно, вкусно. Так, сок арбузный, арбузный со льдом. Прекрасно. Получишь ты арбузный. И все по полной. Такс, и поехали дальше. Так, и зонтик. А сейчас осталось времени у меня просто мало, поэтому вызываем всех. Кого-то успею обслужить, кого-то не успею обслужить. Это уже проблемы вторичные. Так, что, я опять не прошла? Ну, это лучше, чем было. Да, лучше, чем было. Но далеко до идеала. Так. А сколько у меня людей оставалось, вы видели? У меня есть вообще что-то прокачать за единицу? Насколько я помню, нету. Самое дешевое это 2. Жаль. Ну что ж, получается. Придется запоминать то, что хочет. Маска, оранжевый и зонтик, и такс, и зонтик, и так, лимончик, и синенький, такс. Такс, ой, ё-моё, этот лёд ещё так, ах, ух. Короче, со льдом можно вообще забить на всех. Потому что не угадаю никогда. Так, голубой, травку. Держи, чувак. Как дура, вот реально, как дура. По-другому не скажешь. Нажимаю постоянно на вот эти штуки ледовые, которые называются лед. То есть это что-то, какой-то кошмар с чем-то. Так, и... И так, и так. Так, лимон, мята, мяч. Это манго. Прошу прощения. Совсем запуталась я с названиями. Так, арбузик он хочет. Арбузик, да? Арбузик. А там всю эту фигню вместе взятых. Акс. Так, что он хочет-то? Берись. Какой сок ему там надо, понимать. Курица не надо, ладно. Меня твой смех награда. Еще надо умудриться попасть в всю эту эпопею. Такс. Ай-я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 й. Я меньше обслужила, чем даже в прошлый раз. Мне мальчишка не пришел. Так, я потеряла 5. То есть, получается, мне надо меньше льда давать. Скорее всего, забить на человека, который хочет 2 льда. Потому что, блин, ну с этим как-то не особо. Кунтик и мята. Так, с очками давай. Такс, лимон и такс. Так, а ты-то откуда взялся, а, чувак? Ай, черт, паузу нажал. Игру. Такс. Мята, очки, отлично.
Кто-то, да, будет несчастный. По-другому, ну, никак. Просто в этой игре. Сейчас, по-моему, придут, которые хотят кучу льда. Я так и не поняла, что там две? Две, одна. Тут как не особо понятно. Да. И... Держи. И что, лед никто не хочет? Лед никто не хочет? Вы серьезно? Ну, вы даете, чувак. Макс. Ну и пофиг. Буду всем давать без льда. Ребята, извините, лед закончился. Кто там хочет лед? Вот девушку только обслужу. Потому что у нее как бы напиток и со льдом, и без льда. Из минусов она хочет как бы... Как бы она хочет не то. Все, идите все в пень-колоду. Никому не дам. Ничего не дам. Все хотят со льдом. Арбуз. Один арбуз. Так, арбуз. Зонтик. Арбуз. А, куда ты пошла? У меня есть сок тебе. Но одно не расстраивает. Здесь все добивают. Смотрите, я со льдом проигрываю, но получается за лед они еще платят, и я теряю в деньгах. У меня было, по-моему, 400 с чем-то, сейчас 380. Короче, полный. Это какой-то кошмар. Я бы не сказала, что я прям супер медленная. Я просто жду этого чертового льда. Дамир, не вздыхай. Не говори. Что у нас тут? Узнай с этим. Держи. 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 Ты хочешь зонтик и лед. Проблем, я тебе дам лед. Двойной, да без проблем. Хоть тройной. Главное, плати за это. Счастье. Так. И так, держи. Почему они не в холодильниках? Вначале обслужим того, который со льдом. То есть зря его делала, что ли. Так, потом обслужим того, который синенький. Тем более у него два заказа. А, ёпарасете, вот дура-то! Не то ему приготовила, а? Еще возмущаюсь, почему это он не хочет этот напиток-то, а? Вот бестолочь. Бестолочь. А, что я тугодумлю-то? Конкретная тугодумка. Такому и не скажешь. Так, что он хочет? Арбузный? Это без проблем. Чок, я тебе дам арбуз полный. И так. И так. И кто там что хочет? Арбуз и мята. Держи. А, больше у меня как бы нету. А, остальное вы хотите все со льдом. Так. И зонтик, 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 зонтик. Давай, 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 арбуз, арбуз, готовься, арбуз. Мне надо успеть отдать этой чувихе арбуз. Так. Ага, на человека я больше обслужила. Хотя нет, у меня был 10,5 лучший результат, а тут 9,6. Кого я потерял? Слушайте, ребят, это полный капец. Второй раз выиграть в казино мне пятнашку не дадут. То есть мне надо мучиться, я получу 7 алмазов, 8, но опять-таки я не домучаюсь, потому что тут реально надо улучшать эту чертову ледовую машину. По-другому вообще никак. Да. Что тут у нас? Зонтики и лимон. Так, лимон и синий.
Так. А, я перепутала, ёкарный бабай. Ладно, пойдем сходим в казино. А вдруг мне подфартит? Но два раза в день я еще ни разу не выигрывала. Такого счастья не было у меня. Саш, ты очень занят. Может, ты поможешь мне? Я понимаю. Заказы говорить. Кому там с зонтиком нужно, кому там с листвой. Обычно, как ни странно, работают кассиры, работает повар. Повару говорят, заказ озвучивают, он с клиентом не общается. А тут, получается, мне приходится смотреть на клиента и полный... Я не успеваю, ребят. Не успеваю. Еврик, может, ты мне поможешь? Не знаю, там, лапой будешь бить. Ну вот видите, второй раз как бы играть дальше вообще бесполезно. Не выпадает. Хотя ладно. Но спускать все деньги тоже не хочется в унитаз. Может завтра они пригодятся. Нет, второй раз. Ребят, если у кого-то второй раз в казино выпадало за день, напишите для интереса. Вот прям очень интересно, что будет. А райское наслаждение. Я заметила, что все, что связано с раем, в этой игре совершенно не райское. Потому что вафельный рай, тоже там что-то с раем, оно какое-то, блин, совсем не райское. Так, так, теперь надо опять не перепутать, что она хочет. Так, зонтик синенький, так, прекрасно. И травку желтенький, прекрасно. Так, раз и два. И валяй отсюда, девушка. Так, оранжевый и зонтик и мячик. Короче, тут просто надо делать выбор, какой из них, из этих двоих, более мне как бы прельщает, что ли. Макс и травка. И ласты. И поехали дальше. Так, что тут? Лимончик, он хочет лимончик. И так, и зонтик. И поехали дальше. Так, поехали. Кто там следующий? По распорядку. Так, она хочет синенькое совсем. И арбузик. Так. Поехали дальше. Так, мне надо быстро лед, чтобы он не растаял. Так, желтое с травой. Кстати, нифига он не поддерживается. Сейчас у меня пойдет, по-моему, ипостаси со льдом. О, они три делаются, офигеть. Офигеть. Так, трава и бутик. Прекрасно. Так, поехали дальше. Так. Вот, и арбузики, и зонтики, и держи, и вали отсюда. Так, что ты хочешь у нас? Один голубенький со льдом, и другой голубенький без льда. Да тебя я обслужу, я тебя помню, дорогая моя. Поэтому ты у меня уже вне очереди идешь. А, черт, забыла вызвать человечка, чтобы очки ему отдать. Да уж. Как вам сказать? Было бы у меня прокачка, чтобы они это... Но я вернулась на свой лучший результат. 10,5. Давайте еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Так, и поехали. Очки, 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 очки. Так, отлично. Очки. Кому там что надо? Голубенький и голубенький. Так, чик и голубенький и желтенький. Так, желтенький даем тебе. Голубенький наливаем. Так, ты у нас хочешь зонтиком, зонтиком, зонтиком. И. Ай, ёпарасты, я тебе пустой стакан даю. Вот я юмористка. Страшная, причем юмористка. Так, что тут хочет? Он у нас синенький. С травой и очки держи, синенький, держи, вак, вак, давай. Желтенький и
Поехали дальше. Так, пока я помню, у нас сейчас пойдет кто-то со льдом. Изо льда она тоже подходит. Так, и усики, и поехали дальше. Так, желтые со льдом, без льда. Без льда, так без льда. Так, и держи. А вот сейчас точно пойдет кто-то, который хочет все со льдом. Целых два со льдом у меня. Так, так, арбуз и все, что ты хочешь. Оранжевый и так, зонтик и лётик и времени у меня мало. Поэтому давайте. Так, отлично. Вот тут. И опять простоволосилась я. Так. Отдала очки, но не успела отдать напиток со льдом. Опять 10-5. Да что ж такое-то, а? Так, что-то я выиграла. Сделайте три порции, нажав один раз. Круто. Аж 50 опыта получила. Вообще ништяк. Такс. Да. Кажется, я простоволосилась, потому что я прокачала не то в начале. И очки. Так, и оранжевый сок зонтиком. Держи. Очек. И это. Синенький и желтенький с травой, а синенький с этим. Так, поехали. Так, синенький с травой. Поехали. Так, что у нас тут будет еще хотеться? Не помню, что будет, но что-то да будет. И будет. Так, желтенький. Так. Кто-то там будет, по-моему, арбуз хотеть. Так, и будет синенький хотеть. Так, желтенький с травкой. Чун-чун. Или тут синенький захочет у нас. Если не захочет, так мы его заставим. А не заставим, так... Уговорим. Не уговорим, так скидочку дадим, и он наверняка согласится на все. Все, что я хочу. Макс. Так. Оранжевенький и зонтик. И держи очки. Так, времени мало. Пум-пум-пум. Времени мало. Пум-пум-пум-пум. Времени мало. Прам-прам-прам-прам-прам, времени мало. Прам-прам-прам-прам-прам. Так, с травой, отлично. Успели это отдать. О, отлично, чувиха. Ай, нет, куда ты пошла? Я тебе с половину соков имею. Слушайте, ребята, если я умудрюсь выйти на три, хотя бы вот эту девушку с тремя стаканами частично обслужить, то мне кажется, я пройду. А, все в моих руках. Главное, чтобы руки сильно не устали. Да-да. Да. А если я вам говорила, что будет нелегко. Кому легко, так это Еврику, да, Еврик? Уже мне очень даже хорошо. Вообще ништяк. Так, поехали, что он тут хочет. Оранжевый с зонтиком. Да без проблем. Хоть с бантиком. Лишь бы деньги ты платил. Так, и синенький, и так, класс. Так, сейчас, насколько я помню, они захотят безо льда. Если захотят безо льда, мне будет легче. Так, и поехали дальше. А вот теперь пойдет куча льда. Да. Вот уже поехали. Так, Клинтон, да? Я ошиблась!
Лед переложить я не могу. Веха я еще та. Такс. Боже мой. Растоволосилась по полной. Извини, дорогая. Не успела. Такс. Желтенький. Пошли вначале желтенький. Мячик тебе дадим. И что тут у нас? Оранжевенький. И зонтик он хочет. И так, то не то. То. И красненький. Со льдом и со всем прочим. Куда ты пошел, чувак? Больше такую фигню никто не хочет заказывать. Вот я дура, а? Да с удовольствием бы принесла тебе, ты мой всеядный. Ну, кто-нибудь возьмите, но это же не подходит мне, не подходит. А, боже мой. Ну, можно и порадоваться, получила деньги. Рабочая смена закончилась. Короче, ребят, если у вас проблемы с концентрацией внимания, поиграйте в эту игру. Вообще, кухонная лихорадка замечательная для тех, кто плохо видит мелочи. Угу. Что у тебя? Так, мне... Ошибаюсь уже даже кнопкой. Кошмар. Кошмар. Так, поехали. Так, теперь не ошибиться. Дорогая моя, ты чё тормозишь и сразу не берёшь то, что тебе дают? Нехорошо поступаешь. Так, синенькая, мончиком. Хорошо, оставляй мне максимум чаевых, я буду счастлива. Желтая, хвостатая. Юдище. Бантики. А то. Такс. Опять не то. Йо-йо-йо-йо. Кстати, кухонную лихорадку изначально, насколько я помню, вот именно этот бар мы открывали, потому что хотел его Саша. После первых разов Саша сдулся, и теперь приходится мне. Он вообще любит у нас сложные пути. Очень сложные. Сложные, лишь бы не заразные, называется. Так, что-то я торможу, потому что у меня двое пацанов, и оба хотят... Что не втыкается-то этот зонтик? Макс, придите, кто хочет там лимон, арбуз с лимоном, так. Блин! Так, это моя вина, да. Нерасторопная кухарка. Я бы предложила им раздеться. Сок пить в более голом виде, а не в таком одетом. Что ж такое? Ребят, ну я реально торможу. Вот просто конкретно торможу. В плане того, что я уже даже не смотрю, кто что хочет. Потому что я примерно предполагаю, но когда ты примерно предполагаешь, ты можешь ошибиться, и ошибиться очень хорошо так. Я это понимаю. Но я ничего не могу с собой поделать. Так, синенькие с мятой и очки. Держи. Желтенькие. Круто, только у меня льда нету. Да, потому что здесь нужна ледовая машина, которая просто моментально готовит, читает твои мысли. Так, поехали. Синенькая мята. И зонтик, держи, арбузный сок, держи, такс, и поехали.
Или дальше. О том, что хочет. Желтенький. Так, и так. Так, поехали дальше. А вот теперь арбузники. Да, и зонтик. Так. Хочет он оранжевенький. Ага. Времени мало, времени мало. Так что мы такс. Ого, дорогая моя, только не уходи. А, не уходи. Я ей пыталась дать это, как это называют? Что-то там, что-то. А, у меня есть арбуз. Так, главное успеть. Не успела дать ей. О, черт, ребята, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. А, так и хочется себе врезать по носу. Я понимаю, что лучше этого не делать, потому что меня синяк не украсит. Точно не украсит. Так, когда совсем чуть-чуть не хватает, хочется еще, и ты понимаешь, что у тебя рука, наверное, перенапряжется, и будет не особо хорошо. Так. Так, поехали. Так, оранжевенький зонтик. Держи и держи, чувак. И вали отсюда. Так. Синенький. И что у нас синенькое? Синенькое у нас вот эту фигню дает. Так, да что ж ты такое? Так, отлично. Денег она дала мне больше, чем обычно даже дает. А теперь входим в спокойное русло. Такс. И пытаемся. Вот сейчас, по-моему, желтый пойдет с этим. Такс. И поехали дальше. Кто у нас там что хочет? Синенький и... И арбуз. Так, отлично. Теперь поехали. Так. Так, он хочет арбузник и все, что только можно вместе с ним. Да без проблем. Только деньги давайте. За ваш каприз, все, что вы хотите. Так, по сути, как это ни странно звучит, ребят, даже с моей текущей прокачкой, я думаю, можно было бы пройти, но просто я, скажем так, тугодумка еще та. Так, мне надо пацана вызвать. Пацана мне надо вызвать обязательно. Может, он придет, будет хотеть очки. Я могу отдать ему, получить за это даже денежки. Так, она хочет... Ай, черт! Опять не успела. Приходит, кстати, как-то по-разному. Так, скорости руки не хватает. Я чувствую себя сейчас какой-то спортсменкой, которая, знаете, на тренировках все тренируется и никак не может... натренироваться так, чтобы у нее все шло тип-топ. Так, и зонтик, и поехали. Так, что тут у нас? Так, синее с зонтиком. Такс. Это так. Поехали. Сейчас у нас пойдет без этого. Хоть вставляй изначально эти зонтики, монтики, фунтики, потому что все равно вполне вероятно будет шанс, что кто-то придет и будет их хотеть. Такс. Я дура, ребята. Я ошиблась стаканом. Причем я знала точно заказы, но просто я не тому отдала.
Как так можно опростоволоситься? Вопрос на засыпку. Ё-моё. Ему вместо очков даю мячик. О, кстати! Вот ты чувак, который это съел. Терпи, терпи! Лёд стоит того, чтобы потерпеть. Короче, раньше времени я переживала. Макс. Лимоном и... Так, отлично. И... Главное не перепутать. Ах ты, блин, Клинтон! Девушка, будьте так любезны, вернитесь за своим синим соком. Так, играем еще раз. Опять нос чешется. Так, уважаемые зрители, кто меня хочет по носу, так сказать, благополучно врезать? Кто хочет? И я вам покажу, как хотеть меня врезать. Такс, и... Такс. Поехали, и... Монтики, и... По крайней мере, я точно не перепутаю, кто что хочет. Такс. Он что-то с мятой будет хотеть. Так, синенький с мятой и очки. И синьки с мятой, прекрасно. Раз, передыхать. Что там делать? Так. Желтенький и мята, и мячик. Класс. Сейчас пойдет куча синих. Красный и синий, и все, короче. И только можно. Так, поэтому давайте вот так сделаем. Я забыла тебе, чувак, отдать. Так, что ты там хочешь? Так, кого ты хочешь? Дорогая моя, я готова отдать все, что угодно. Лишь бы сейчас никто меня не кантовал. Так, иди отсюда. Так, мне вот та нужна. Так, оранжевый и со льдом хотят все. А у меня его тю-тю! Вопрос, успею я, не успею? Нет, не успела. Нет, ребят, мне надо еще кого-то. Мне надо этот лед несчастный обслужить. Даже Еврик не стал смотреть на мои страдания, ушел. Но с другой стороны, может, я соберусь? Давай, Лен. Надо успеть кого-то. Так, вначале я даю напитки тем, у кого со льдом. Они больше мне денег оставляют, соответственно, больше тратят. Вначале будет у меня желающий маску. Так, оранжевый с зонтиком и чего-то там. Держи. Такс. Так, пошли. Значит, синенький у меня чем? Такс. Господи, по-моему, Еврика рвет от моей игры. Нет, он просто посмотрел, как я тут страдаю с этими соками, и скажет, какая фигня. Ужас какой. Точно. Зачем тебя вырвало на ковер бабушки, а, Евр? Какой кошмар. Ребят, это лучший комплимент или не комплимент? Я даже не знаю, как это сказать. Мэки Сун сам мне показал, что играю я просто... Я даже не знаю, что сказать на этот счет. Так, это просто кошмар. Так, желтый и траву, и мячик, и желтая трава. Поехали.
далее, дальше. Такс, он хочет лед. И опа, и опа, и опа. Прекрасно. И далее, дальше. Кто там что хочет? Оранжевый, оранжевый, оранжевый. Такс, оранжевый и сок. И очки, и очки. Такс, нам будет хотеть много соков, в том числе и таких. Так, лимон, лимон. Да, и опа, опа, такс. Опа. А, черт! Ребят, вы видели это? Вы видели это, да? Она еще заказ не отменила, уже пошла. Если бы я успела ей только отдать. Но мое если это уже какой раз подряд. Поэтому поехали дальше. А, в конце концов, уровень скоро закроется. Мне дадут 7 алмазов, я что-нибудь еще прокачаю за деньги. И вполне-таки возможно, счастье мое наступит рано или поздно. Такс. Так, что у нас? Оранжевый с зонтиком. Зонтик, 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 зонтик. Такс. И, дорогая моя, я тебе все дам, я все помню. Ты хочешь, что ты хочешь? Ты что-то хочешь у нас? Я не знаю, что ты хочешь, но я все устрою. Так, синенькую и масочки хочет. Да без проблем. Без проблем, чувачок. Синенький и оранжевенький тебе дам, какие хочешь только. Такс, вот с тобой у меня явные проблемы, потому что... Да, у Кисуна там прям эйфория работы. Ой, ребят. Скорее уж просто... Ребят, реально, Кисун не может смотреть на мою игру. Спокойно, потому что это даже я просто в шоке от своей игры сегодняшней и завтрашней. Так. Что тут? А лимон он хочет? Ради пока. То, что хочешь, будет этой ночью. Так, кто там дальше хочет? Так, ты не тот, кого я ждала! Вообще не тот. Такс. Хорошо, я помню, кто там придет, что хочет. Такс. 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 Так. Забиваю на тебя. Так, оранжевый. Побери мячик, забыла приготовить. Вот я простоволосилась-то, ребята. Я как... Да не мячик, а оранжевый коктейль. Оранжевый коктейль! Успела бы отдать оранжевый коктейль и прошла бы. Но это значит, что я могу. Да, я могу. Значит, еще раз. Такс. Да, кто-то скажет, что я извращенка полная, потому что устроила бы давно себе читерство, отложила. Но, ребят, это же так классно себя преодолевать и дополнительно что-то там хотеть. Это очень классно. Такс, так, что у нас? Мячик оранжевый. Держи. Лёдик. Лёдик. Это и это. Так, синенькая с зонтиком, правильно? Желтенькая без зонтика, правильно. Так, так и так. Поехали. У-ху! Так, сейчас придет мята. А, нет, не мята. Пришла не мята. Пришла голубенькая. Вот сейчас мята пришла. Макс. Зонтик, зонтик, зонтик. Класс. Такс. А вот сейчас будет, по-моему, мята. Но я не уверена, поэтому я не буду напрягаться. Так, что кто хочет? Синенькую и желтенькую с мятом. Так, давайте вначале желтого отпустим. Такс. Потом у нас пойдет этот. Так, и этот. И этот. Так. Всем дала. Никого не забыла опять, а то получится как в прошлый раз. Когда я кому-то что-то забыла, а потом поняла, что я это забыла. И было очень неприятно. Так.
Так. Так и так. Фруктовый зонтик и мягко, и держи. Так, грейпфрут, и хочет арбуз с мятой, и держи, и сок держи, и это держи, и оранжевую держи. Ай-яй-яй, не то действие сделала, не то действие. Еще один, еще один, еще один. Скажите, что я прошла. Ай, черт, опять не хватило. Капюсечку не хватает, да что ж такое. Но из хорошего, по идее, мне сейчас дадут 7 алмазов. А если мне их дадут, я смогу поднять стоимость и уж точно тогда пройду. Вот я извращенка-то эта, мазохистка. Это такие люди, которые, знаете, сами себе устраивают неприятности, и им это доставляет удовольствие. Вот по-другому не скажешь. Такс. Такс и... Такс и... Контики и... Голубенький и желтенький и... Так, что у нас? Ну куда? А, лютает, это ёкарный бабай! Как он успел? Как он успел подтаять, да? Вот сволочь этот лед. Нет, сволочь тот, кто выбрал эту машину. Вот спрашивается, зачем ты купила эту машину, если она такая неудобная? Так. Сейчас кто-то придет и лед будет хотеть, точно. Я не ошиблась. Так. Так, синенькая и красненькая, и так, красненькая мы этому даем. Так, кто на второй хочет желтенький? Да, ребят, я знаю, что я сейчас играю с огнем в плане того, что занимаюсь всякой фигней. Даю им как-то вообще не так, как должна давать. Так, мелко, что ли, слишком мне. Как говорится, плохому танцору всегда что-то намешает. Вот даже не знаю, что мне мешает. Такс. Так, поехали. Зонтик. Так, у меня сейчас придет куча чуваков, в том числе и которые хотят с мятой. Ради бога, я тебе дам. Если ты хочешь этого, значит, ты это получишь. Так, мне нужен чувак, который хочет мячик. Так, вот отлично. Вот теперь я прошла. Наверняка прошла. Опять? Опять чуть-чуть не хватило? Да чтоб вы... Значит, кто-то не додал мне дочевые. Точно, та, которая первая со льда. Со льда, из-за льда. Я ступила. Так, давайте что-нибудь прокачаем. Что мы можем прокачать теперь? Смотрите, фактически можем прокачать стакан. У нас все для этого есть. Это очень хорошо, потому что теперь... О, какие у меня стаканы-то элитные. Теперь я точно пройду. Вот если я сейчас не пройду, это просто будет полный капец. Это значит, что я просто устала. Да что, как еще сказать? Так, маска и лед. Так, поехали. Оранжевый, оранжевый, оранжевый. Так, лед в стаканчике. Так, и зонтик у нас пойдет в синенький. Держи. А мята пойдет в желтенький. О, моя рука поет мои романсы. Ребят, я реально чувствую, как она тугодумит. Так, масочка и синенький. Класс. Так, масочка и синенький. О, просто... Я даже без них помню, что придет желтый за мятой. Ой, нет, я ошиблась. Пришел желтый за кое-чем другим. Ай, бог ты мой, как так можно? Правда, он лед хочет. Ребят, ну я вообще даю, конечно. Я все прокачала, чтобы сейчас пройти. И при этом я умудряюсь так лажа... Я даже в словах уже запутываюсь.
такие совершать глупые ошибки, которые просто подразумевают, что я сейчас не пройду. Вот желтенький пришел. Ну, хоть ты мяту хочешь, и то хорошо. Так, так, оранжевенький, и зонтик, и масочка, и лед, и лед, и лед. А, давайте, идите все. Все равно хуже уже некуда. Так. Хотя я очень сильно себя переоцениваю. Хуже всегда есть куда идти, потому что я умудряюсь играть так хреново иногда, когда этого не подразумеваю вообще. Ну все. Конечно, я не прошла. Чего бы я прошла с такими глупочайшими ошибками? Кисун даже возмущается. Типа, ты что, совсем что ли? Как можно не пройти, когда ты прокачала стаканы? То есть тебе достаточно просто повторить результат, который уже был. Все. От тебя больше ничего не требуется. Макс. Такс, 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 и мята в желтый, зонтик в синий, такс и такс. Так, отлично, так, а теперь я не тороплюсь, потому что я могу ошибиться. Вот практически уже совершила ошибку. Такс, и мое дело только не спешить. Иначе я совершу какую-нибудь глупость очередную, и будет очень смешно. Макс. Я знаю, что он хочет арбузный с мороженым. Нет? Ошиблась? Ну, как-то не впервой мне ошибаться. Макс. И... А вот сейчас придет, который хочет мороженое. Или нет? Опять. Как думаете, ошиблась я или не ошиблась? Так, ошиблась. Конечно же, ошиблась. Господи, как же без этого? А не, я не ошиблась. Сейчас еще лед растает. Будет вообще шикарно. Так. Грейпфрукт. Грейпфрукт, грейпфрукт. Зонтиком, держи. Так. Сейчас у нас пойдет любительница синего, точно. Потом не только любительница синего. Потом еще и пойдет любительница очков, любительница еще чего-то. Так, и у нас арбуз с мятой. И держи. И очки, и держи. Так, где у меня там еще две, которые хочет лимон и грейпфрукт? Я тебе сейчас все дам, дорогая моя. Блин! Я прошла! Ура! Я прокачала машину для льда, я прокачала стакан, увеличила стоимость и еле-еле-еле доползла до финишной прямой. Ребята, помните, если долго мучиться, что-нибудь да получится. Домучилась. Ну, короче, в следующем раунде мне надо иметь хотя бы 15 алмазов, чтобы прокачать машину для льда. Потому что это просто пипец с моей... успеваемости я не успеваю без льда дополнительно. Всем пока, пойду я точно не пить. Уже напилась в этой игре. Всем пока.